начинается. Знаешь кто? Вот вы начинаете, расскажете, а потом мне скажу. А я не могу говорить. Вам рассказать. Вы уже рассказывали. Надежда. Обиделся он. Надежда. Но не на меня. На политик. Надежда Политыкина, такой даже нету. Елена Политыкина. Ой, Надежда Фольгуева. Так, за рыбу спаси Христос. Что-то да, много ты фольги на нее тратишь. Ну, три слоя. А? Христовой, два, три. Не трать, как в два раза меньше. Ну еще. Еще ты, моя хорошая. А. Благодарю тебя за все. Вот так. Улыбка. Можно показать? За творог. А, ничего не сказал. А, тут творог. Новые скатерки купили две. К архиерейскому приезду. Две скатерки. Вот какой праздник у нас. Скатерки в детской. На кроватке лежат. Вон они блестят. Отсюда можно посмотреть. Игнатьевич, вон скатерки. Это, посмотрите, на втором этаже вон. В детской. А, вон они где. Вот они. Можно к вам зайти? Вот а? Пораньше, да? А, зайти можно к вам? Вы во сколько? Ну, проходите. Вы во сколько приедете в субботу? Я могу в 3 часа прийти. Мы в 2 часа. Нет, в 2 не надо. Кого нам тут долго, что ли, развесить? Ну, я в 3 часа приеду. Я чуть позже хочу. Ну, ладно, конечно. Ну, вообще-то правильно. Можно. Я же все поглажу, все будет готово. Мы с вами только это наденем. Вот наше поколение подрастает. Милующих и питающих нас. Спасибо, помилуйте, страждущих, боящих, тенит, сидящих, нищих, сырых, вдов, священство, имущество, чем Христу, иконы, вся православная христиан, избавив всякие скорби, гнева, от всякой болезни, душевной, телесной, полезной, душевных шум. Сотвори, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Царю небесный, утешителя души истины, и живи с детцей, и вся исполняет сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в мы, и очисти мы от всяких скверны, и спаси Божи души наши. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови наши занятия по Слову Твоему Святому, как некогда преподавал Ты это людям, Марфе, Марии, Господи. И сидели они у ног Твоих и слушали Слово Твое благодатное о спасении человеческих душ от дьявола и грехов. Благодарим Тебя, Господи, за великие Твои милости. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.